Мы снова в нашей студии у моря, а у меня в гостях Ксения Буравская и Клим Шипенко. Ксения, вы что сказали, когда кино посмотрели? Поскольку я была с самого начала развития этого проекта, то я потеряла какую-либо объективность. А как с мужем-режиссером работает, вам как актрисе? Это мешает как, или нет? Или помогает? На площадке он режиссер, и как любой другой режиссер, со мной общается абсолютно одинаково, как и с другими актерами. Нет никакой разницы. Есть разница, с кем ты живешь дома, с мужем или нет. Или с режиссером. Или с режиссером. А на площадке нет никакой разницы. А что у вас за роль в картине «Непрощенный»? Вообще, кто герои, кто персонажи? Что это за люди, про которых вы кино сняли? Это герои, которые... Эти вообще истории, весь фильм и герои в том числе, да, основаны на реальных историях, которые я слышал, которые говорили мне друзья, которые происходили с ними, которые происходили с их друзьями, или которые происходили со мной, или я был непосредственным свидетелем. Да, то есть, естественно, говоря это, надо понимать, что это художественное кино, и это доведено до какого-то экстрима, гиперреализма, который я, вот в форме которого я сделал этот фильм. Герои очень реальные. То есть ваши герои — это друзья-соседи, это кто? Или друзья друзей, да, ну то есть от того, что это друзья друзей, для меня это обретало некую правдоподобность, да, и я чувствовал, что как-то это меня задевало больше, чем если бы я где-то это просто прочитал, да. Основываясь на этом, да, это доведено до экстрима, да, то есть это гиперреализм, это нереальность, это немножко то, что бы мы сделали, если бы мы были в жизни смелее, если бы мы были не такими скромными, если бы мы, ну, все наши комплексы, страхи, да, в кино это вот я позволяю себе как-то представить, а что если бы я был не так, вот, у меня не было бы этого страха, и я бы сделал бы это. Ксения вот не ответила на предыдущий вопрос, кто ваша героиня и насколько она вам понятна? Ну, мне изначально, когда я прочла сценарий, вся история, все персонажи были абсолютно чужды. Просто была далека от бандитского мира. В принципе, никого не знаю. Я тоже. Слава богу. Никак наши пути с этим миром не соприкасались. И я думаю, что я никого... Никто из моих родственников или друзей не имеет к нему отношения. Насколько было сложно играть то, про что вы не знаете? Я или это в Нью-Йоркской киношколе он вас научил? Нет, нет. Нас учат... Максимально отстраниться? Нет, нет. Я была изначально вот на уровне как сценария. Для меня это все было очень далеко. А потом я начала, естественно, ну, мы ездили в Севастополь, мы общались с какими-то людьми, связанными с этим миром когда-то. Я услышала очень много историй. Я видела похожих людей там. И это был собирательный образ из истории, которые я слышала, из того, что я видела. В общем, я попыталась, конечно, понять, в принципе, изначально понять, почему, что происходит с человеком, что он становится таким. То есть у моей героини происходит какая-то травма, в связи с которой вот она выбирает такой путь и подсаживается на адреналин, без которого она жить не может, и что влечет за собой... плачевные достаточно последствия, трагические. А насколько «Кинотавр» полезный фестиваль? То есть вы общаетесь ли вы с продюсерами, завязываете контакты, знакомитесь с режиссерами? Мне очень полезно. Я очень стеснительный человек так сам по себе. А здесь так или иначе сталкиваешься с актером, которому я бы не стал, как бы стеснялся. То есть вот на уровне общения это очень, очень полезный фестиваль. И, конечно, вот эта обстановка, что все в одном месте, в Москве, то есть тут давай встретимся. Ну, давай через 2 недели или на следующий, или там через 2 дня. А здесь идешь, и вот все в доступе, в таком ближнем. Поэтому у вас одна звезда большая в картине — Татьяна Васильева. Вы боялись, что если наберете звезд, они вас авторитетом задавят? Нет, моя позиция была насчет звезд следующая. Я хотел дебютировать вместе с дебютантами по максимуму. Мне хотелось, чтобы... Свежей крови. Да. Я чувствовал в себе некое вот это желание показать талантливых ребят, девушек, актрис, которых, актеров, которых, которые я видел работы, и мне они очень нравились. И по какой-то причине я их не видел на экране. Почему-то их не снимали, не утверждали. И мне хотелось показать, что они классные, они могут работать. Посмотрите на них. Так же, как я новый. Ну, я уже думал, у нас уже рискуем, так давайте рискуем тогда уже со всеми. И провалимся, так провалимся все вместе. И получится что-то, тогда получится что-то. Татьяна Васильева, был выбор такой достаточно простой, потому что
Мне нужна была актриса этого возраста, да, некий такой матриарх, который был таким женским крестным отцом, всем крестной матерью, всем этим людям, да, ребятам, девушкам. И поэтому, не знаю, я ее, честно говоря, я ее не очень много видел фильмов с ней, но мне она понравилась некой своей значимостью ее персоны. И на нее было так интересно смотреть мне, вот когда она просто сидела, читала текст. То есть я вот так вот понял, что я прилип к экрану, почему? Она не играет ничего, она сидит, текст читает, да? То есть вот и как-то так, да, на этом уровне у нас с ней произошло. А в плане авторитета нет, совершенно я этого не боялся, и она меня совершенно не задавила, она наоборот была очень настроена на мою волну, и она делала, слушала меня и хотела, мне кажется, мне очень понравилось, что она хотела сделать, как я хочу. То есть вот это некое ее доверие, которое было по отношению ко мне, мне очень понравилось, я это очень ценю.